После победы на международном музыкальном конкурсе Евровидение 2021, которую итальянская рок-группа Måneskin добыла с композицией «Зити», ибо не вокалист коллектива порвал штаны во время празднования триумфа, на кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Ранее Сан-Дамиано стал героем наркоскандала, так как пользователи социальных сетей заподозрили его в приеме наркотиков. Поводом послужили кадры трансляции конкурса, который опубликовал в Twitter испанский журналист. На них видно, что во время выступления артистов из других стран Дамиано наклонился близко лицом к столу. Сам артист уже опроверг домыслы интернет-пользователей. На пресс-конференции Дамиано заявил, что на опубликованных кадрах он собирает осколки стакана, разбитого гитаристом группы. Группа также выпустила заявление, в котором говорится, что все ее участники готовы пройти тесты, поскольку им нечего скрывать. Кроме того, музыканты отметили, что выступают против употребления наркотиков.